Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло на проспекте Республики. Здесь, возле остановки поликлиника номер 1, автобус 34-го маршрута сбил 54-летнюю женщину. Происшествие случилось вечером примерно в 7:30. Очевидцы ДТП вызвали бригаду врачей, которая оказала женщине первую помощь и доставила ее в больницу. Сейчас подробности происшествия выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Еще одно ДТП произошло вечером в 9:30 на промежутке трассы Жибек-Жолы-Жетысай. Здесь на 189-м километре дороги столкнулись автомашины Mercedes-Benz и Audi 100. Свидетели аварии на место происшествия вызвали врачей и полицейских. В результате ДТП, случившемся на трассе Жибек-Жолы-Жетысай, два человека получили травмы. Их госпитализировали в районную больницу. Как рассказали врачи, оба водителя автомашин получили травмы средней степени тяжести. Автомобилям также нанесен серьезный материальный урон. Сейчас сотрудники полиции выясняют степень вины водителей в этом ДТП. Змеи продолжают укрываться от жары в человеческом жилище. Так, днем примерно в 2 часа спасатели отдельного спасательного отряда департамента ПЧС вызвали микрорайон Кайтпас-3. Жители одного из частных домов попросили изловить рептилию, проникшую в дом. При помощи специальных приспособлений для отлова змей специалисты отряда рептилию изловили и вывезли в безлюдное место. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.